На скале стоит верный христианин, и потому недоступен ударам волн. Пусть воздымаются волны испытаний, они не достигнут до его ног. Он стоит выше всякого такого навета. Христианин должен и тем отличаться от неверных, чтобы все переносить благодушно и, окрыляясь надеждой на будущее, воспарять на высоту, недосягаемую для человеческих бедствий. Святой Иоанн Златоуст.